Санта-Моника делает курс по моделингу environment для игр и тоже берет концепты вот этого Сисила Кима и их обмоделивает. То есть, в принципе, вот те же чуваки, да, которые делали God of War, вот почти в таком же порядке, да, делают вам environment. То есть тоже довольно интересно посмотреть. То есть ссылка там обязательно будет. Причем там есть все. То есть в плане вплоть до азов рисования карандашом, где вас будут учить, как правильно рисовать кружочки, как сделать ровную линию. Там есть по концептингу очень много клевых всяких вещей. Там с Фэнгом Зу, например, у него есть несколько DVD по концепт-дизайну.